И всем привет, с вами Каиса. Я начинаю проходить Resident Evil Remake GameCube оригинальную версию в режиме реальное выживание. За Криса Редфилда на челлендж Only Knife. За Джилл я уже прошел. Теперь осталось пройти за Криса. Так, заходим в столовую. У Криса нож отличается, у него армейский нож, чуть-чуть помощнее. Давайте уберем его пока. Так, бежим к первому зомбаку в коридор. То бишь, вот сюда. И сразу убегаем. Обратно и возвращаемся в холл. Ленту брать пока не будем. Места и так мало. Так, и бежим опять в этот же коридор. И поднимаемся там на второй этаж по лесенке. Вот сюда и вот сюда. Тут надо сейчас взять зеленую траву. Так, берем зеленую траву. И на втором этаже еще одна трава есть. Надо бы ее тоже взять. Поднимаемся по лестнице. И заходим в следующий коридор. И берем еще одну траву. Теперь надо обойти зомби. Давайте попробуем взять стрелу эту. И оббегаем зомби. Выходим на второй этаж столовой. И бежим на кладбище, чтобы ставить наконечник. Чтобы открыть гробницу, в общем. Давайте сразу вытащим наконечник. Вот он. И бежим на кладбище. Здесь нужно будет порезать зомби, потому что они здесь мешаются. Но это можно сделать легко и просто. Вы уже это не один раз могли видеть. Так, ну давай, зомбик, иди сюда. Поднимайся по лесенке, я тебя оббегу. Так, второй ты тоже иди. Вот так вот идите оба. Так, вставляем наконечник. Открываем гробницу. И начинаем, в принципе, сразу вырезать товарищей зомби. Так, ну, зомби, подходите по одному. Я вас жду. Так, чуть-чуть поближе можно подойти. Так, ну давай, зомбик. Давай, давай, не стесняйся. Ты подходи. Так, получайте. Получайте. Товарищи.
ты чё, ты кого там схватить собрался? Ты охренел, что ли? Как ты меня схватить собрался? Так, один упал. Как быстро, да? Так, ну второй. Иди сюда. Я с тобой еще не закончил. Идешь? Упал. Все, что ли? Готовы? Да, судя по всему, оба у нас готовы. И мы спускаемся в гробницу, чтобы взять первый ключ с, ну, с эмблемой щита. У щита, меча. С эмблемой меча, конечно. Так, берем вот эту книгу. На обратной стороне вставлен ключ. Забираем ключ. Ну а книгу кладем в файлы. Так, и убегаем, убегаем, убегаем отсюда. Так, куда нам бы сходить? Куда? Хороший вопрос, на самом деле. Но ответ тоже есть. Так, давайте сперва тогда откроем здесь дверь и внизу. В общем, нам нужно... Что нам нужно? Заходим сюда. Через Г-образный пойдем. Побежим. Вот здесь открываем дверь и заходим. Тот кинжал рядышком в коридоре я позже возьму. Но возьму обязательно. Просто сейчас боюсь, что не получится его взять у меня. Так, вот взяли первый кинжал, бежим в следующий коридор. Да, у нас здесь дверь закрытая на ржавый ключ. Да, нам сюда нужен ржавый ключ. Еще так, заходите сюда. Ржавый ключ, да? Ржавый. Не, пока не будем заходить, позже, чуть-чуть попозже. Иначе зомби может вырваться. Давайте вот сюда зайдем. Здесь у нас тоже есть кинжал. Так, выходим вот сюда. Вот он, кинжал. Берем его. И выходим. Что нужно нам сделать? Что? Куда нам сейчас нужно добраться? Нам нужно до кладовки добраться. Чтобы сложить кое-какие вещи. Давайте будем добираться. Так, заходим сюда. Что делать с первым зомби? Ну, я не знаю. Честно сказать, мешается он, гад такой. Может попробовать его порезать? Использовать кинжал против него? Или ничего не будем делать? Так, зомби, давай на лесенку дуй. Вот так вот его оббежим пока что. Заходим в кладовку. В кладовку. Так, берем здесь Old Key. Берем флягу. Так, чтобы выложить. Чтобы мне выложить. Давайте траву выложим.
вот этот ключ не будем выкладывать. Так, чтобы еще выложить мне. Пока все, выходим. Так, выходим. Выходим. Так, зомбик. Как он стоит? Черт, он пошел. Давайте, знаете, лучше перезайдем. Он, в принципе, легко оббегается. Он с самого начала стоит более чем удачно. Поэтому... Что мы с ним будем лишний раз церемониться? Давайте так вот оббежим. Так, пойдемте в ту дверь откроем. Сразу возьмем химикаты, траву, что там еще. Сюда пока заходить не будем. Так, заходим сюда. Ну, что мы здесь видим? Пополняем флягу, берем красную траву. Берем зеленую траву. Вон, сразу делаем себе хилку. Еще зеленая трава есть. И химикаты. Вот это все, что нам нужно. Я думаю, я больше не буду посещать это место. Керосином на Only Knife я не так буду пользоваться. Как в предыдущих циклах. Так, и выходим. Хорошо бы, конечно, было зайти сразу туда, да, но места нет, не рассчитала чуть-чуть. Ладно. Давайте... Так, давайте эту траву тоже отнесем в ящик сразу. Чтобы она не занимала у нас много места, много хлопот не доставляла нам. Так, ну, зомбик, иди сюда. Конечно, в идеале бы хорошо было бы его убить. Пошел к черту. Будет он мне еще на меня свой желудочный сок выливать. Негодяй. Так. Убираем траву. Химикаты. Химикаты. Так, а куда я отправляю сейчас? Не, давайте химикаты тоже уберем. Здесь оставим. Так, вот, собственно, я приходил за флягой. Да. Фляга. А, еще свисток мне надо забрать. Да. Свисток и ленту. Да, сейчас мы будем рисковать, собственно. Будем мы рисковать. Как мы будем рисковать? Нам сейчас нужно будет за свистком сходить. В общем-то, ладно. Будем рисковать. Еще кое-какие кинжалы у нас есть для самообороны. Так что... Так, оббегаем зомби. Пользуемся этим ложным его захватом, которого на самом деле нет. Так, и оббегаем этого чайника. Да. В общем-то, хотел он меня схватить, но не вышло. Ну, бывает.
Так, берем собачий свисток. Что еще берем тут? Что еще мы берем? А что, больше брать-то и нечего. Так, а куда нам теперь надо? Вот вопрос. Куда нам теперь... Где нам лучше выйти? Где? Если выйти здесь, пойдет зомбак. Давайте здесь попробуем. Может быть, как-нибудь получится его сейчас обдурить. Давайте посмотрим, как будет оно. Отлично, отлично, отлично. Просто превосходно. Так. И тем самым я добрался до холла, да. Так, ну куда бы я хотел еще... А, блин. Я же так и не сбегал до туалета. Да, это было печально. Ну что ж, на второй круг. Или нет? Постойте. Да. К сожалению, я ошибся. Парам-папам, парам-папам. Ну ладно, давайте, знаете, куда сперва сбегаем? На кухню сбегаем. Сперва. Там тоже есть маленький ключик. Но тут есть зомби, который мне мешает. Вот не схватит он, будет все нормально. Так, ну давай, зомбик. Ах ты, сволочь, схватил, гад. Нет, теперь я тебя определенно убью. И сожгу. Не подходи, гад. Не подходи, сволочь. Ах ты, сволочь, не подходи. Нет. Да черт тебя подери, нож. Да ё-моё. Нет, 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 нет. Так, сдох что ли? Серьезно? Ты сдох? Я даже не верю. Ну тогда гори. Меньше ты мне проблем потом доставишь. Так, а я, в принципе, собирался на кухню пойти. Да. Хотел как лучше. Получилось как всегда. Здесь у нас есть маленький ключик. Старый. Ключ. Который я возьму. И тут у нас есть чайник, которого я сожгу. Иначе он встанет, доставит мне неприятности. А зачем мне нужны неприятности? Ведь так... Так, тут еще один зашел. Ну давай, чайник, иди сюда, гад. Так, убегаем от него. Взяли маленький ключ. Да, конечно, протупил я жестко.
не забрав смолки в туалете. Теперь расплачиваться надо. Чем расплачиваться? Еще одним забегом. Да-да. Пока не поздно. А то там... Потом, если я это начну делать, то повылазят товарищи зомби. Кстати, от ключа я могу сразу избавиться. Так подумал я. От ключа меч. Почему бы сразу не избавиться? Нафиг мне он нужен? Здесь его применяем, выбрасываем. В принципе, можно и от маленького ключа тоже избавиться. Открыв сразу вот тут вот дверь. Так, и бежим опять в холл. Да, бежим опять в холл. Но опять спускаемся на первый этаж, потому что протупил я. И мне надо в туалете забрать еще маленький ключ. Да, у Криса нету электрошокеров, как у Джилл, но у него есть гранаты. Я не знаю, насколько они мне будут эффективны, насколько они мне заменят электрошокер, но чувствую, что не настолько. Так, и мы бежим. Куда теперь мы бежим? Ах, да. Г-образно мы бежим. Так, можно там взять кинжал попробовать. Хотя не, потом. Сейчас у меня точно не выйдет. Сейчас я опять ложану где-нибудь. И потеряю только свой кинжал. Вот, давайте зайдем в ванную комнату. Спустим воду. Быстренько. И надо быстро взять маленький ключ, пока зомби не поднялся. Берем ключ и выбегаем отсюда. Все, забыть про этот коридор, как страшный сон. В Г-образный суваться нельзя, иначе собаки. Что нам сейчас делать? А нам опять рисковать. Так, что у нас есть? Флягу. В принципе, можно заправить ее. Но насколько она мне нужна там будет, не знаю. Так, зомби, давай, иди сюда. Наверное, уберу я флягу. Наверное, уберу. Не помню пока, кого там сжигать. Так. Старый ключ. Траву брать, не брать. Не, не будем брать. Выходим. Так, быстро, быстро, Крис, быстро. Так, что-то я не то сделал опять. Ах ты, сволочь!
вот порезать его к чертям собачьим. Ну тут второй поднимается просто. Да. Как может было сыграть так тупо? Не, если я сейчас напарюсь, то все. Я не знаю, переигровка будет. Да. Ой, не весело, не весело. Вот чего стоила моя ошибка. Ну что, куда теперь бежим? Хочется за гранатой сбегать. Хочется, давайте сбегаем. Не знаю, правда, насколько она мне поможет, эта граната. Ну, хоть ты-то адекватный был. Не схватил меня. Ступи дорогу. Так, обежим мы вот сюда. Используем старый ключ. Берем эту гранату. Не знаю, насколько она... Так, берем еще ленту. Кстати, можно зайти в лазарет, хотя не потом. Так, а где зомбак? А что ты там делаешь? Хочется мне узнать. Так, что у нас в лазарете? Давайте зайдем. Ну, допустим. Допустим, я зашел. И что? Здесь у нас спрей есть. Брать его пока не буду. А, ты здесь на лесенке? Ну, тогда я побежал. Так, давайте здесь выйдем, откроем дверь, почему нет. Так. Ну все, надо к муту готовиться. Какие еще варианты? Без кинжалов я остался. Замечательно. Как теперь мута бить? Этой гранатой чертовой? Или рискнуть сходить за кинжалом. Даже не знаю. Ну ладно, давайте сохранимся. Дальше посмотрим. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.